Так, вот такой телефон получил. Вот его название. Как прочитать? Сами видите. Никаких больше названий, номеров, моделей ничего не было. Упаковочка простенькая. Здесь у нас в комплекте зарядка USB. Вот с не нашей вилкой для нее положили переходник. На 500 миллиампер. Странно. Телефон заявлен на 3500 миллиампер часов аккумулятор. Если это правда, то как заряжать? Сколько времени? Так, в комплекте также микро USB для зарядки, шнур USB, микро USB. Так, ну и собственно сам телефон. Вот во время заставки, в принципе, так может показывать время, день недели, год, месяц, дату, все это показывает. Все это хорошо. Так, теперь рассмотрим его основные фишки. Фишка в чем? Фишка в том, что он может работать как телевизор, радио. Вот такой у него мощный фонарик, двигун справа. Вот. Фонарик действительно мощный. Это пока из того, что видел, самый мощный. Два таких пучеглазых светодиода. Так, теперь еще посмотрим его еще особенности. Это телевизор. Заходим в меню. Так, так, назад. Да, кстати, камера никакая тут. Хоть и написано 0,3 мегапикселя, но она и того не ловит. Настраиваются каналы как автопоиском, так и вручную. Вот он записывается, можно переименовывать их. Ну, в данном случае у меня тут прием слабенький, но тем не менее вот все видно. Так, сколько там минут осталось? Не проиграли. Так, теперь еще радио. Ну, здесь вот громкость достаточно серьезная. Что они там наделали, я не знаю. Это вот сейчас на минимуме. Вот. Поэтому даже когда я включаю радио, то меня уже не слышно. Но тише только вот если заблокировать совсем звук. Так, про радио я сказал. Поймал тут 17 каналов за городом. В принципе, качество хорошее. Радио мне понравилось. Так, еще какие у него фишки есть? Ну, в принципе, телефон, вот сами видите, он достаточно такой большой. Вот, и заявлена очень большая емкость аккумулятора у него. Аж 13800. Ну, естественно, это неправда. Я проверил при помощи вот этой зарядки. Оказалось, где-то около 3000 в реальности. Так, ну ладно, еще особенность показываю. Да, это видео всего лишь дополнение. Основное все выложил я в своем обзоре. Там и еще другие видео, и фото, и ссылки на товар. Все там есть. Читайте под видео ссылку, там все есть. С качественными фотографиями, хорошим текстом. Здесь могу что-то забыть. Где-то даже могу в словах ошибиться. Там все написано, исправлено. Читайте. Так, вот менюшка такая. Телефонная книга. Так, сейчас я найду еще меню. Вот, интересно, организатор у них тут написан. Не органайзер. Да где же есть-то? Так, где центр вызовов? Профили. О, нашел. Так, заходим в настройки вызовов и в расширенные настройки. Так, здесь вот, что хотелось бы обратить внимание, этот телефон отличает от других. Можно запись
включить запись разговора, пишется на карту памяти. Вот. И вот такая опция волшебного голоса. Здесь можно изменять свой голос. Мужчина, женщина, дети. Ну, чисто для побаловаться и потроллить кого-нибудь. В общем, для людей, у кого есть чувство юмора. Так. Ну, я уже показывал, как это все звучит. В другом видео ссылку я дал. Так, и еще что тут? Ну, вот можно, в принципе, можно зайти еще раз послушать аудио. Как это все звучит. О, нашел. Да. Проверяю новый телефон, как работает. Да, работает, вроде звук идет. Ну вот приблизительно так телефон изуродовал мой голос. Человек не сознался, но я думаю, что-то догадался. Так, ну вот, в общем-то... А, нет, давайте я еще фонарик показал. Посмотрим, что у него за аккумулятор. Наверное, сначала выключу я его. Телефон очень громкий, у него два динамика, вызывной, разговорный. Вызывной — это просто что-то. Вот он, здоровый такой и громкий. В принципе, если есть у кого-то сервисное меню, коды для входа в инженерное меню, то можно попробовать и там подправить. У меня, к сожалению, нет, из того стандарта, что выложен в интернете, ничто не подошло. Так, а вот, собственно, значит, он на две сим-карты у меня. Этот телефон, в принципе. Ну и карточку поддерживают на 32 гигабайта. Так, вот, собственно, аккумулятор. Еще одно чудо. 13800 написано. Ну, судя по размерам, это здесь два вот таких формата 18650. И если вдруг... Ну, аккумулятор сам специфичный, если вдруг возникнет проблем с его заменой, найти будет сложно. Придется вскрывать и устанавливать самому вот такие аккумуляторы. Вот если поставлю, то будет у меня где-то на 5000 ампер-часов реальных аккумулятор. Так, что еще забыл сказать? Ну, если что... Сказать забыл, смотрите в обзоре. Еще раз повторяю, там все подробно. Очень подробно.